Здравствуйте, друзья! Меня зовут Павел Саверченко, и вы на моем канале. Я нахожусь в городе Санкт-Петербурге, в центре, на Невском проспекте, рядом с Казанским собором. И хочу сказать вот такой вещи. У очень многих людей есть мечты, есть цели, которые они себе ставят. Есть дело всей их жизни, которые они любят делать, которые хотят делать, либо делают, либо нет. Но у людей есть проблемы, задачи, не знаю, как ни назовите, которые они не могут выполнить в результате нехватки денег, нехватки времени, нехватки поддержки окружения, родственников, друзей, товарищей. И все это стопорит людей. Все это не дает каждому из нас выйти на определенный уровень жизни, заниматься тем делом, которое им нравится, в той степени, в которой бы они хотели этим заниматься. И сегодня я хочу всем сказать, что каждый человек, если примет решение, если поставить перед собой цель и будет уверен в себе на 100%, не обращая внимания ни на какие трудности, сложности, осуждения других людей, и будет идти к своей цели, которую он поставит, то он ее добьется. Хочу вам задать один вопрос. Готовы ли вы ради своей мечты, ради своей цели, ради того дела, которым вы хотели заниматься, или для того, чтобы найти это дело, или достигнуть того уровня жизни, который бы вы хотели достигнуть, заниматься тем делом, которое бы дало вам результат? Даже если оно вам не очень нравится, пример, но были бы все инструменты, которые бы привели вас к определенному результату. Ответьте, пожалуйста, в комментариях на этот вопрос, и мы посмотрим, кто прав, кто не прав, какие у кого мнения.